тебя дочь. И песен больше не споешь, а впереди сплошная ночь, и время больше не вернешь. Не вернешь. Проснулся в шоке потом. Вокруг так тихо и темно, из глотки вырвалось живой снова сон голос кино. Из глотки вырвалось живой снова сон голос кино. Польша — это уже для меня почти вторая родина, даже я бы сказал третья. Первая — это Россия, где Сибирь, где я родился. Вторая — все-таки 20 лет уже живу в Германии, корни мои немцы тоже. Ну а Польша — это братья. Женя мови, что Польша стала еще третьей ойчизной. Дзięki мне, моему сынові, иным моим приятелям, начал приезжать до Польши. Wszyscy go tu mile witają i побыть в Польше для него так, как бы приехал до родины. Открыли путь в Польшу. С тех пор я сюда езжу очень часто. И лес на лес, всего святого земли небес. А вдалеке машины и город вдалеке. Здесь по-людски все просто. Ну, во-первых, свои песни я начал писать, и группа «Периферия» появилась, потому что те музыканты, которые тоже и друзья, и хорошие приятели, они захотели со мной петь вместе мои песни. А уже другие песни, которые Высоцкого там и других исполнителей, Шевчука, Цоя, это любовь к их творчеству, к их поэзии. Волишь певать свои песенки, однако уважаешь, что вели люди зна російську поезію, російську музику, до того співа теж інших, як Висоцького, що я, ну, може, мені знаного, але зараз більш популярних, а наша група робить популярність іншим великим творцям російським. Для этого, в общем, чтобы песни объединяют для души. Я звоню, летаю туда, где уже не живу. Я с болью смотрю на печаль эту страну. На усталых людей, на давно невеселых друзей. Но мой голос сказал мне, значит, ты уже стал чужой. Также он мне сказал, что я не там и не здесь. Здесь ты нахрен не нужен, а туда, парень, лучше не лезь. Ты там будешь не понят, да и сам никого не поймешь. Я очень серьезно к этому отношусь. И могу одно сказать точно, что то, что сейчас происходит на Украине и соседних странах Европы, меня очень сильно беспокоит, и я в первую очередь переживаю сильно за людей, за мирных жителей, которые никакого отношения не имеют к этой страшной борьбе, войне за власть, за нефть, за деньги, за все, что происходит вокруг. Поэтому кто и что и почему так происходит, ни мы, ни вы, на мой взгляд, точно знать не можем. Слишком много информации, слишком много всего происходит. И сейчас, на мой взгляд, докопаться до истины уже тяжело. Благодаря интернету, на мой взгляд, Женя это очень переживает, каждый россиянин, очевидно, часто связан, чтобы занять какое-то становище.
Ale widzisz, że za tym wszystkim się kryje właśnie ropa naftowa, pieniądze, władza i to z tym jest przerażony, że cierpią na tym prości ludzie. Może ja tu dodam od siebie, że my Polacy doskonale czytamy między wierszami, doskonale orientujemy się, bo żeśmy zwierzętami politycznymi, w Rosji tak nie jest. W związku z tym ja nawet napisałem list do Putina, który czasami tylko mówię na koncertach. No, i Żenia jest trochę też, jak wszyscy Rosjanie, ofiarą polityki i tego wszystkiego, co się stało. Любить надо друг друга, с уважением относиться друг к другу, и тогда все будет хорошо. Честно говоря, я последнее время его не готовлю. Это такая энергия из души, которая... Зависит, кто придет, да? Ее невозможно приготовить. Я смотрю, как реагируют люди, как они слушают. Что сейчас людей интересует. Что в этот момент я сам чувствую. И поэтому я могу петь новые песни, могу старые песни. Могу петь песни других авторов, которые возбуждают людей, которые именно дают людям ту энергию, за которую они сюда пришли. И самое главное, то, что нас всех объединяет. Неважно, какой социальный статус. Nie specjalnie przygotowuję ten repertuar, zależy to od widowni, kto przychodzi, że nie, nie rozróżnia ludzi na bardziej bogatych, innych, takich. Po prostu no, chcę, żeby wszyscy razem z nim to przeżywali. To zależy od emocji, jakie są w nim i od ludzi. Ради этого стоит жизнь. Опа! Молодец! Молодец! Сегодня я спел песню, одну песню Булата Акуджавы, две песни Владимира Высоцкого и, по-моему, и Шевчука мы исполнили. Да. И песню группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. «Аквариум» на самом деле был несколько дней в Гамбурге, да? Да, он недавно Гребенщиков приезжал с группой «Аквариум» в Гамбург. Я ходил на концерт, мне очень понравилась его энергия, его настрой. Мне кажется, ходить на такие концерты еще полезно для того, чтобы получить этот заряд, чтобы посмотреть, что делают такие творческие великие люди. Ну и повстречаться наконец-то с людьми, которые не безразличны, которых интересно увидеть. И поэтому я считаю, что люди, которые приходят на мои концерты, это просто... Супер. Мне очень важно и приятно знать, что им не безразлично то, что я делаю. Ведь именно когда я приезжаю в Польшу или приезжаю в Прибалтику или в другие страны, я себя в этот момент чувствую как такой мост, связь между разными культурами. Ведь если не будут люди между собой общаться между разными культурами, будет война. Пропаганда на сегодняшний день очень сильная, и она работает. И поэтому я приезжаю и общаюсь с людьми, неважно какой национальности, и когда мне задают вопросы, или когда со мной вместе проводят время, они видят, что я такой же, живу я в Германии, но родился я в Сибири, пою сегодня здесь, в Польше. Я такой же, как и все, из такой же кожи, из таких же костей. Такая же душа. Я простой человек, как и все. Люблю жизнь, люблю радоваться. Женя, иди там, где его запрашиваю, как бы подсумуя его долгую выповедь тем, что будуя мост, политика.
między людьми, między emocjami, między ludźmi. Sam mówi, że jest z takich samych kości i skóry jak inni ludzie, że jest prostym człowiekiem. Dla niego najważniejsza jest miłość, przyjaźń między ludźmi. Nie interesuje go polityka. Tak jak w większości artystów. Kiedy będziesz w Polsce ponownie? Когда пригласите, тогда приеду. Приглашаем. Я всегда готов. Ну, значит, скоро приеду. Приглашаем. Спасибо. Спасибо вам. Отличная энергия, отличная информация. Будьте здоровы. Обязательно увидимся. Берегите себя. Если станет ругаться мать, и отец не будет пускать, все равно я приду на свидание. Что бы ни было, можешь ждать. Если крипто блеснет, как нож, и меня бросит в жар или в дрожь, все равно я приду на свидание, не поверя в наветы ложь. Если я попаду в беду, если буду почти приду, все равно я приду, ты слышишь, да приду, да ползу дойду. Ну а если пропал мой след и пришел без меня рассвет, я прошу, не сердись, не надо, знай, что просто меня уже нет. Thank you.